Цены на хлеб только за январь выросли на 10% и более. Среди городов Поволжья это один из самых высоких показателей. Накануне мэр города Олег Фурсов поручил взять ситуацию под контроль, изучить все причины, если они надуманы, и принять меры совместно с контролирующими органами. На совещании все хлебопеки в один голос говорили об удорожании объективном. Сырье идет вверх, накрутки в крупных магазинах. Рост цен на сырье, и это проблемы со сбытом. Да. Правильно понимаю? В первую очередь доступ в сети, насколько я понимаю, потому что у нас так или иначе основная масса сбыта все равно идет сейчас через крупные торговые сети. Чтобы на магазинных полках было больше своего свежеиспеченного хлеба, в ближайшее время запланирована встреча самарских производителей и представителей крупных торговых сетей города. На повестке доступ на прилавки и увеличение объемов своего, а не привозного. Конечно, потребитель чаще переплачивает за транспортные расходы продавцов. Местные пекари уверяют, рост цен на продукцию от них идет минимальный. Такой подход потребует от властей всех уровней не то чтобы развития отрасли, мер поддержки существующих производств. То повышение, которое прошло, это же минимальное повышение. Мы вот на сегодня, просчитав уже первый квартал, мы понимаем, что мы идем с убытками. Чтобы хлеб оставался для всех самарцев доступным, а хлебопеки не работали себе в убыток, на совещании обсудили несколько решений. Во-первых, продавать хлеб, что называется, с колес, чтобы не платить за аренду магазинных полок или киосков. Во-вторых, выпекать социальный хлеб. Так называются партии хлебобулочных изделий, при том же качестве, но без торговых наценок. Главное, чтобы самарцы это правильно понимали. Доступные цены – это также вкусно. Когда пишут социальный хлеб, мы тоже в этой позиции были, в это время существовали. Мы выпускали тот же хлеб, хороший, все, мы написали социальный, то есть он дешевый был, обыкновенный наш хлеб. Люди не покупали. Вот когда мы убрали эту вывеску, это менталитет русский, мы не хотим брать подачки, понимаете? И когда мы эти вывески убрали, то этот же хлеб, он идет очень хорошо. Еще одно предложение, сформулированное на совместном совещании, решено обсудить в региональном Минсельхозе. Чтобы не зависеть от цен на муку, в области должен быть резервный фонд зерна, по примеру, соседних областей Республик Поволжья. Другие варианты стабилизации ситуации на продовольственном рынке обсудят уже межведомственной группой. Срок для принятия мер поставлен мэром жесткий. Сегодня о хлебе, на следующей неделе решение должно быть найдено и по другим продуктам. Марина Матвеевна, Дмитрий Мешканцов. События.